Присаживайся к огоньку. Короче, раскладываю расклад. Рассказываю расклад. Я вчера вот две игры сыграл. Ни одной не выиграл. Потому что у меня третий квест образовался, а я не посчитал. Ну, посчитал неправильно дни. Поэтому мне пришлось срочно закрывать квест. Это был квест на 25 спелов. Я играл на Фростмаге. Очевидно. Две проебал просто в ноль. Поэтому сейчас мы третью на маге точно играем. Но стартуем, наверное, с Варлоком. А, потасовку сделаем еще. Начнем с потасовки, хули бы нет, правильно? Случайно, а что там? Каждый ход открывает сундук, содержащий три случайные карты. Ага. Я не знаю, кто силен в этом тогда. А, прист всегда силен. Прист, хантер, маг. Сильные классы. Сами по себе. Не зависящие от карт особо. Ну. Кик Антон, вот. Ага. Вот все пираты надо было... А, ну он голый, без текста. 2-3 за 2. Whatever. Кстати, мой хил тут не особо будет работать с 2-3. Потому что он сможет дотычковать в любом случае трейд. Бля, чел серьезно выбирает между картами? У него другие какие-то или чё? Потому что я думаю, что вот эта карта... Полная колода. Полный рот этих карт. Бля, ну ладно. Чел выбирает. Хороший пикап. Фри карта. Хороший трейд. Плюс таунт. Прист любит хп. Заклинание выходит из рук случайно заклинание жреца хуета. Ключ уменьшает стоимость случайного оружия у вас в руке хуета. Воскрешает по одному вашему существу за 1, 2 и 3. Sounds good to me, но... 3, 5 damage... Наверное. Удивительно восхитительно. Цель отмечена, Криско. Тебе нужно благословение. Вот сюда. Сюда. Хорошо. Чё у меня тут? Ага, это... Микроукинайка. Харрисон не нужен точно. Микроукинайку возьму, пока юзать не буду.
Значит, что у нас по трейдам интересно? Ну, мы, очевидно, трейдимся вот так. Хилим. Пока так. Блин, воды. Но он проиграл, кстати. Только что. Очевидно, вот эту хуйту возьму. Нет, лучше пока похалдить. Лучше пока похалдить. Если не разменяют, тупо, да? Это просто тупо. Го плюс 3 кп. И ебало. Пускай трейдит. Это не проблема. Потом я ресаю. Плюс у меня есть мини-ауки-найка. Мини-ауки-найка — это вообще пушка. То, что надо. Ну, хорошо. Такой ты парень, да? Интересно. Shadow Madness даже не думая беру. Беру Shadow Madness, чтобы... Shadow Madness, чтобы... так разотваться. Он, естественно, будет убивать 3-2 своим лемом, а я ресну это 3-2 через обилку. О, щит. О, щит. Паука надо убивать. Он с натиском, блять. Притом это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Это что он сделал с ними? А, он, ну понятно. Понял. Очевидно, что ему выгодно вот это сделать настоящим. Правильно? Поэтому я трейжусь. Вызываю. Даже хилить не буду, пускай натычка ему будет. Пускай тратит ману. Угу. Паучок с натиском, блять, 1-3, это, конечно, крепко. С ядом. Яд, натиск. О, крупная рыба. Интерестинг. А ты мне вылавливаешь, да? Опа, сайленс. Сайленс не нужен. Хаваю тупо. Чекаю. Этот живой. Значит, это иллюзия, правильно? Да, это иллюзия. Ага. Такой расклад. Я, наверное, должен убивать все здесь. Вообще? Не вот так сделано.
Тому, что могу. Тому, что могу. Не знаю, правильно ли это мув. Но если он сейчас разменяется, я смогу через аукинаечку добить это 5-5. Это будет хороший. Угу. А ты в личико идешь, да? Ты хуй клал. Понимаю. Понимаю. Понимаю, 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 понимаю. Один, два, два, пять, хуй-то. Хуй-то, как ни крути. Дай мне знак. Скажи волшебное слово. Как ни крути. Хуй-то. Надо хилить начинать лицо себе. Потому что все так себе. Потому что это 5-5, 5-6 или сколько она там? Да, 5-6. Крепко мне ебало откусывает. Опа, секрет мага. Ну не надо, бля. Не надо, нахуй ты это, бля, делаешь? Ты чё, бля? Чё, сука, блядь? Че, блять, сучара, нахуй. Блять. Сучара, по нему видно, блять. Только не копия. Блять, в овцу дай. Ёб твою мать, блять. Сука, блять. Минус Белчер, Белчер имбабла. Минус Белчер. Это на один ход, да, это Battle Cry. Тогда она не такая крутая. Но тоже крутая. Но не настолько. Братик, не убивай. Не убивай, пожалуйста. Плиз, Антон. Пожалуйста, не убивай. Ты сука, что ли, блядь? Ты сука, что ли, блядь? Как же я тебя ебал, ёбаный. Так. Отличная картонка. Уже отличная картонка. А мне это выгодно? Да нет, не особо. Не, ну, наверное, но... Блять. Я не знаю, как эта механика сработает. Поэтому я... Просто ебало ему начну бить и все. Просто начну бить ебало, блять, и все. That's the plan. Я не знаю, как это сработало бы. Он бы откопировал то существо, которое... А это съела или нет? Чего, блядь? Проебал. Че, можно хуй забить? Я проебал. Ну я сталага поставлю, будем мы баллы бить, но я проиграл. Если чё. У него 10, как минимум, ему нужно один урон найти. Или размениваться. Но я проиграл. Anyway. Один урон могу найти. Даже с рандомными картами. Интересно. Интересно. Бля, какой медленный чел, ну сука.
Ты не можешь из трех карт выбрать лучше, у тебя проблемы. Нахуй ты карту, блядь, выбирал полчаса, нахуй, если у тебя есть урон. Просто, блядь. Любит по мудозвонить, чел. Нравится ему яйцами звенеть, блядь. Хуйней какой-то занимается. Бля, я не знаю, кого взять. Вара? Да не. Ну, Мака, конечно же. Но... Как бы, да. Кстати говоря, может быть, шаман неплох. Ненавижу шаманов, никогда за них не играю. У меня 30 какой-то левел, по-моему, на шамане, или 40-й. Но... Коин пиратка устраивает. Блять, охуительная у него карта. У меня такая пизда. Так. 4 здоровья можно разыграть многократно на этом ходу. Это имба, по-моему. По-моему, это имба. Это имба. Эмнат щуп. Нет. Но он сейчас выкатит таунтов. Мне станет не до смеха. Так. О, холи спавн или как она там? Лайт спавн. Прикольно, крича. Вообще ни к силу, ни к городу на шамане. Но... Надо тотем поставить уже какой-нибудь.
Я бы даже сказал АУС. Ну, в данном случае мне вот это выгодно. Ага. Угу. Наверное, вот так. 30% на хил тотем. Хотелось бы его залутать. Царь зверей. Я никогда не видел такого тотема. Тотем силы у шамана теперь. Я что? Вихрь клинков. Я никогда не видел этого. Ну найс, блять, попадание. Ёб твою мать. Любое другое существо было в плюсе. Но нет. Не надо, бля, брасик. Ну, в 4-1. Угу. Очевидный трейд. Ты мой тотем хочешь забрать? Мистейк, да, вот в этом. Два, да пожалуйста, блядь. Нечетной стоимости. У меня же нет, правильно, да. Ну нет. Вот там тотем. Арт крутой, вот тотем и сила. Впервые его вижу. Не знаю, когда его ввели. Fuck me. That's bad. It's like properly bad. Ага. Ага, я урон беру. Так, потрясающе. Да что ж ты за мразь, блядь, такая? И что? Пятый у меня на шамане. 35-й. Жесть. Говнё. Да. Карты хуйня.
плюс левел, перекатываемся дальше. По сотке будет давать. Что у нас по квестам-то? Так, сила героя. На магии сыграть, желательно выиграть. Еще выиграть 3 матча и дамажить героев противника. Но мне кажется, это все выполнимо. Поехали. Поехали шпилить на магию. Почему у меня опять скинулось, блядь? Классика, пожалуйста. Thank you very much. Thank you. Блять, все это время у меня на стриме был. Не было игры, да? У меня все это время не было игры на стриме, да? Я правильно понимаю? Я правильно понимаю? У меня не было игры на стриме все это время. 26 минут, блядь. Я пойду посмотрю. Да ладно, я потом посмотрю. Пизду, блядь. Я нахуй забыл включить... О, боже, что за еблан? Отличный стрим, блядь. Да, и мы потасовку играли, там нихуя интересного не было. Против кого я? Против Вара. Против Вара. Да я оставлю Blizzard, это нормальный контроль. Мальчик не особо нужен, ну как бы. Бля, у меня просто нахуй экрана не было. Да еб твою мать, блядь. Да еб твою мать, блядь, нахуй. Опа. Месье, да вы черт. Сразу достает, бля, из широких штанин. Фериваракс. Бьет мне лицом. Бля, просто нахуй. Я пойду проверю, что там было на стриме. Все это время реально была заглушка. Если да, то... Я хуй знаю, блядь. Бля, хуй знает, но... Не хотелось бы. А как, блядь... Ага. Так, вот уже есть. Ну да, короче, видимо, была заглушка. Ладно. Была и была. Опачки. Опачки. А тут братишка, да? А тут братишка. Интересно. Я братишку подморожу, мне не нравится его мув. Корсарыч. Ус. Корсарыч ус. Корсарыч это, конечно, ус. Ну, я нажму на секретыч. Растрейжу. Следующий ход буду коин АОЕшку играть. 100%. Неприятно. Ну что поделать? Блять, как же больно, а? Ёбаный в рот, как же больно. Еще и против Вара у него брони столько, ёбаный. Насрал. Хули мне делать с этим? У меня просто нет ебала. Фейсвар, блять. Комбо фейсвар, простите. Простите, блядь, мне мою наглость. Это комбо-вар, точно. Это же комбо-вар. Не просто, блядь. Не просто, блядь, фейс-вар. Это комбо-вар. Мне нельзя отдавать секрет, блядь. Мне просто нельзя. Нельзя отдавать секрет сейчас. Чтобы он этой четверкой, блядь, уебал меня. Блядь, у него нахуй было. У него, блядь, нахуй было. Твою мать, братишка, ёб твою мать. Но он умён.
Хорошо. Все плохо. Мы проиграли игру. Очевидно. Ни контроля нет, ничего. Гараж, громаш, хуёш. Я считаю. Угу. Эрбластыч. Разбиваем броню, чё сейчас скажу. Один хп. А калит варген, у него все есть, блядь. Нихуя с этим не сделать. Кольцо, если только мне придет. Опачки. А вот это может. Все так себе. Пока что. Я надеюсь, он будет убивать 0.7. Ну, понятное дело, что у него, блядь. Может, что же значит шпилить на, блядь, этом комбо-варе, блядь, жимба полная. Он же, блядь, ебет. Ну, хорошо. Дровишь ты картонку. И что дальше? А ты трейдишь. Ну так это мистейк, братик. Это мистейк получается. Ты меня наоборот поднял по хп. Ты меня, братик, поднял по хп только что. И это был твой мистейк. Держи карт. Ты прикалываешься, уебан, блядь. Ты, блядь, прикалываешься, уебан. У него все есть, я нихуя не могу сделать. А он не разбивает мне броню. Это все равно нихуя не дает, да? Это дает. Это дает мне шансы на победу. Я пугаю его, блядь. О, сука. Говна, мы его поешь. Челябинск. Я пугаю его. Я буду спамить, чтобы он ливнул. Игра не дает спамить. Пиздец, ну вы чё? Да бля, он курить ушел, ёбан. Чел. Ну чел. Пчел. Молодец, убей меня уже, заебал. А у тебя есть еще и броня? Не. Братик, нахуй, блядь. Вообще неинтересно. Вообще неинтересно, блядь. Отличная дечка, кста. Бью лицо, кайфую от жизни. Просто долбоеб, блядь. Просто долбоеб. Так, все, на маге больше не надо играть. Я на варлок сажусь. Сажусь на варлока. На магии вообще нет шансов, блять. Одни какие-то дилбичи сидят.
Ну, все начали гриндить, все вот под конец месяца почему-то решают, что пора брать на консердек, блядь, свой рейтинг. Все остальное. Где вы были в начале, блядь? А нахуй играть в начале? Вот тошновор против меня. На Джайне. Это мне тоже особо не надо было, но... Такое. Я почему убрал голема? Потому что я чувствую, что если против мага я останусь меньше, чем на 20 хп, я уже проиграл. I'm already dead. Нет смысла. Тогда копии меня устраивают, братик. Хочешь играть копии, играй копии. Он думает, что я зум. Это Фрост. Я... Не то чтобы я очень зу, поэтому... А, вот так сыграем. Ага. Хорошо. Не хватает маны. Не хватает одной маны буквально. Обидно. Одной маны не хватило. Shit happens. Солушка тоже не пришла. Тоже обидно. Немножко. Теперь у меня есть инструмент против второго мальчика. О, плюс дроу. Бей в лицо, ладно. На кольцо теперь не хватает. Бей в лицо, не хватает на кольцо. Что мы будем делать? Ну мы... Сколько карт? 9 карт. Ну мы дровнем тупо. Второй драконыч. Ай-яй-яй, а это броня. А это не тот секрет. Не тот секрет. Хильчика бы какого-нибудь. Копии, брат. 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 Копии, брат. Копии. Это слабо. Копии это слабо. Ну я, наверное, нажимаю ОЕшку. Тестирую, что за секрет. Хорошо. 19 я уже побаиваюсь. Я уже побаиваюсь. Мне нужно что-то съесть. Вот. Мне нужно съесть Акалита. Какалита. Какалита я скушаю. Какалита это кайф. Это вкусняшка. Вкусняшка ли? А может быть я лучше не скушаю Акалита, а сыграю Рагнароса? Например. Чтобы быстрее ему лицо разбить. Чтобы ему быстрее понадобился второй секрет. Но мне нужно сейчас кушать будет точно. Если он мальчика сыграет, я мальчика съем. Скушаю его тупо. Похаваю. Он понимает, что с лицом не очень хорошо все. С лицом все так себе. И надо дамажить мне лицо. Ага.
Устраивает. Хорошо. Я могу Алексой захилиться, например. Чё выгоднее? Вот это правильный ход. Выбиваем ему секрет ровно. И надеемся на то, что живем. Надежды немного, но она есть. Один фаербол он отдал. Есть что, братик? Секрет есть. Фаербол есть. Угу. Хорошо. Все. Минус второй секрет. Есть 15 урона в руке. Без двух-то фаерболов. Иди гуляй, братик. Да ну. А это баджет? А у него есть? Не, нету. Не-не-не-не, не выловил, брат. Не выловил. Не выловил. Это бюджетный маг. У него нет ни Талноса. Зачем он играет стрелы, я тоже не понимаю. Но... Это баджет. Хороший был матч. Че по квестам осталось? Сила героя и две победы, блядь. Две победы. Две победы. Гона варлоки. Мне нравится варлок. Я буду играть на варлоке, блядь. Похуй вообще. Нравится варлок. Играю на варлоке, блядь. Только на нем бы играл. Ага. Угу, угу. Угу. Варс с никнеймом Рога. Не, они, кстати, круто придумали с балансом. У них жаловались на то, что когда нет подбора, тебе подбирают челиков там на ранг ниже тебя, на два ранга выше тебя. Короче, люди жаловались, они такие: хорошо, мы исправим проблему. И убрали, чтобы было видно ранг противника. Просто такие, ну, теперь ты не знаешь, блядь. Проблема решена. По факту. Тупо по фактам. Проблема решена. Ай, ударь меня, сука. Пау-пау-пау-пау.
Smack my bitch up. Щит Аргуса. Не, брат. Ты меня такой хуйней не возьмешь. Такой хуйней меня не возьмешь. Винт, хуевинт или нихуя, например. Отдал экзекут, пожалуйста. Дракон забагался, и этот забагался. Нормально, нормально, прикольно. Сильванку поставлю. Класс, кстати. Визуальные баги. Обожаю. Не, ну 26 минут, блядь, чистого кайфа без экрана на стриме. Это я молодец. Давно я так не обсирался. Да это все из-за, бля, нервов, из-за этой хуйни вчера. Я надеюсь, он топор не достанет. И не... Да, блядь, и это забагалось. Серьезная игра. Надо свернуть, развернуть ее, не знаю. Не. Ладно, мне это не мешает. Окей. Мне это не мешает, мешанина. На стриме так все выглядит. А он должен бравлу кидать сейчас, наверное. Мальчика и бравлу или что-нибудь такое. Если у него есть бравла. Если у него нет бравлы, у него проблемы. Кричей он кидать не вправе абсолютно. Тут форсир, если что, не дракон. Вот этот дракон — это форсир. Форсир 3-2. Это варген, сука, очередной. Да ёб твою мать, блядь. Да у тебя не хватает урона, брат. Не хватает, не хватает, не хватает. Угу. Хули ты мне показываешь, блядь, долбоящер. Хули ты мне показываешь, долбоящер. Давай бей. Давай бей своим варгеном, давай. Он же уже в френзи. Да, у него френзи плюс 2. Это сколько у него? 4, 6, у него 12 плюс 3, 15. Не, брат. Делать хочешь, но... Не, может, меня залагало все, я не знаю. Ну, чё-то скорость так себе, по-моему. Хотя...
Ну, бля, я не знаю. Я не знаю, может, мне залагало все действительно. Да нет. Интернет работает. А что с братиком, интересно? Канат должен пойти сейчас. Я перезайду в игру. Я картинку сделал, чтобы когда нет игры, когда она вылетает или что-нибудь такое, была картинка. Я тупой просто в мясо, и не понимал, как это происходит, как появляется эта картинка у людей. Но я понял. Быть тупым сложно. Верните в матч, пожалуйста. Пожалуйста, я не проиграл этот матч. Верните. Подключись к матчу, а. Блять, ты прикалываешься? Я, блядь, не мог умереть. Я, блядь, я проебал матч, блядь. Ой, сука, ненавижу эту игру ебаную, блядь. За что, блядь? Я, блядь, выиграл. Я его убил. Уже, он у меня уже в руке был. Я бью Сильвана и жру ее, бью его варгеном ему уже в лицо. У него точно не хватало дэмэджа. Еще один долбоеб русский. Да ёб твою мать, это опять варген. Ящер. Мудовый, блядь. Мудовый ящер на варгене. Хуй там мне голем не нужен, если я против комбовара. Он делает вид, что он контроль вар, он золотой, красивый, с нормальной рубашкой. Сейчас, блядь, насрет на стол. Как всегда они и делают. Блядь, просто отобрали победу ни за что. Пиздец. Из-за того, что игра решила залагать. Хуй-то тупая. Уже сомнений нет. Не буду их таунтить, чтобы он у него был невыгодный бравл. Закидывай уже бравл. Вера, мой щит. Интересная карта. Интересный выбор. Мистера господинча. Так. Экзекут. Два слэма. Вау. Может, два экзекута нажмешь, блядь, брат. Приколист какой-то. Если честно. Какой-то приколист. Таркуса. Ящик Аргуса. Что за карта? Это лучше.
Одну потерял, одну приобрел на варах. Халявный был, по сути. Бля, вот Сильвану я хочу купить. Я на ханте не играю, но Сильвана так круто выглядит, господи. А, против ханта вот так. 50 на 50, так себе. Неплохая рубашка. У меня такая есть. Конечно же. Mortal Coil. Угу. Хуй Coil, блять. В рот мне. Хуй Coil. Следующий от гиганта ставлю. Чем? Еще сказать, только не хафер. Да еб твою мать, блять, что за уебаны, а? Сука, блять, обязан. Нормально, это устраивает, это нормально. 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5. Блядина ебаная. Запах крови. Че насчет запаха жопы, блять? Чуешь такое? Братишка. Блять, у него он Hunter's Mark носит. Ебать, ты че прикалываешься? Ебать, ты чё прикалываешься? Hunter's Mark, блядь. Ой, блядь, как всё плохо-то. Ёб твою мать, блядь. Как же всё плохо. Не убивай. Не убивай. Только не в лицо, только не в лицо, только не в лицо, только не в лицо. Только не в лицо, только не в лицо, только не в лицо. Не в лицо, так. Поднять щиты. Микронадежда. Один ход. Пожить? Пожалуйста. Ну, блять, он ищет дэмэдж. Только не дэмэдж, а? Да без этого. Да без этого. Давай без этого. Какой момент, блядь? Прими гастал, ёпта. Давай без этого. Давай без этого. Нет. Блядь. Я мертв. Блядь, ну сука, эти ханты. Мать, блядь. Как они выводят из себя, а, блядь. Два Hunter's Mark на шару. Да что ты за хуесос? Блять, два Hunter's Mark на два гиганта, блять, да как? Да как нахуй? Да как, блять, да как, я не понимаю, как? А как, блять? Как какать, ёпта? Просто нет слов, нахуй, два гиганта в таунта, два Hunter's Mark, блять. Первый ход для прогном, блядь. На пэти хафер. Тяжело играть хантом. Много матчей, блядь. Это коин флип. Коин хуи, блядь. Да, он ебаный. Что,
против Зушки сойдет. Посмотрим, кто это. Не похож на Зушку пока. Хэнд. Миррор получается. Форсир. Форсир на 2 это плохой форсир. Я считаю. Это вейст форсира. Это вейст форсира. Имхо. Я так и знал, это хороший. Это хороший. Ломаем ему быстро доску, чтобы он не таунтился. Хил на руке, но как бы интересно. Ну как бы да. Может и сожрет джайнта, если есть карта на руке. Не сожрет, ну, ему будет больно. Не сожрет, ему будет больно. Так много возможностей. Не надо, жрет, конечно, блять. Конечно же, он жрет. Надо было дракона хилить и трейдиться, но мне впадло. Да, надо было дракона хилить и трейдиться. Что? Shadow Flame? Серьезно? А ты в опасную игру играешь, братик. Место в музее. Не хочу брать 8 карт против Джараксуса. Просто не хочу и все. У меня рука лопнет. Я проиграю по фатигу, если это замучу. Ай, блядь. Играть нечего. Есть что играть. Пришел бы БГХ на ход раньше, я бы скопировал и убил его БГХшником. 15 хп у него. Угу. 13 хп. 13 это уже убиваемо. 13 это уже я бы на его месте, блять, оглядывался по сторонам, нахуй. На самом-то деле. Ну, серьезно. А вот это найс.
Блять, страшно. Страшно, нельзя. Нельзя. Я хотел Джараксуса одеть и ударить ему на 3, но нельзя, 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 нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Сейчас тонкие, тонкие материи идут в ход. У меня 6 урона на руке с полами. А, плюс 6 на этой. Одного урона мне не хватает. Он будет хилиться 100%. Хорошо, он пиздит. Меня это устраивает. Это файн. Это файн. У меня есть Shadow Flame. Shadow Flame мне не особо нужен. Я, допустим, Орешку нажимаю. 8 карт. Гиганты, чтобы... Опачки. Гиганты чабы. Только не вторая жралка. Если у него вторая жралка, то, блядь, я в обиде. Манипулятор. Он 2 манипулятора носит. Вот это странно. У него нет гигантов за 0 сейчас в руке. Если нету, то брат. Бра. 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 Да я и так выиграл. Брат. Все, квесты закрыты. Ранг потеряли. Но квесты закрыты. Карта закрыта, я сказал. Квесты закрыты. Бля, я не уверен уже, что мы до 100 левела дойдем. Ну, наверное, дойдем как-нибудь. До 80-го дошли. До 100-го дойдем. Сейчас захожу, а там Сильванка. Ну нет, там Кадгар. Все еще, да. Угу. Кадгар плюс рубашка. Мне Кадгар не нужен. Рубашка говно. Не знаю, как они вообще могут продавать рубашки. Хотя сколько это? 3 бакса, блядь. 4. 3. Это 3 бакса, блядь. Ладно. Рубашка за 3 бакса. Whatever. Короче, да. Короче, да. Такой вот сегодня игровой день. Квесты закрыли, ладно. Настроения вообще нет. Ни катать, ни жить. Поэтому так и закончим сегодня.